Друзья, всем привет! Вы на канале Гриль Мангал. И сегодня мы приготовим для вас вкусные чипсы из колбасы. Предварительно нарезанную колбасу мы выкладываем на тарелку и отправляем в микроволновку на 30 секунд. У меня колбаса салями. Далее берем тертый пармезан и посыпаем сверху. И все это отправляем в духовку, предварительно разогретую на 200 градусов, на 5-7 минут. Как же это вкусно! Друзья, кому понравился рецепт, ставим лайки, подписываемся на наш канал, дергаем колокольчик. Всем спасибо за просмотр, всем пока!